Ну еще одна интрига. Быстренько вам называю. Я здесь говорил, Суарес, момент, падение Суареса. И это все было рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки от помощника. Ассистента Николы Риццоли. И он считает, что здесь не было никакого фола. Я, пожалуй, с арбитром соглашусь. Буатенг. Суарес бьет низом. Момент и... Нет. Передача перехватил. 10 минут позади. Но каков темп, какая игра. Да, вроде бы полуфинал Лиги Чемпионов. А никакой осторожности. Команда играет. Футбольный булит. Суарес. Нор. Нойер, 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 кричат все болельщики сейчас Баварии. Да, Бавария с огнем играет, очень много свободных зон в обороне у команды. Восхитительную игру показывает, подача, удар головой. И в итоге пробил так неудачно, что Нойер. Суарес, Суарес, прострел и момент, еще один у Барселоны. Неймар, да что ж такое, не везет. Каталонцам Неймар в упор бьет и попадает, просто попадает в маленького Рафиню. Уходит красиво Суарес сначала от одного, потом от Буатенга и Бернат ушел. Подача Месси с правой ноги. Гол он забил здесь на Камп Ноу. Прострел! Левандовский, момент какой у Баварии! Левандовский! Левый Ндовский тянулся ногой левой против Месси, но это Месси никогда не смущало. Да, удар в дальний угол. Месси или это все-таки был прострел? Вот. С комментаторской позиции показалось, что это все-таки удар. Лам, передача в центр, Мюллер, подкат. Лам сделал финт ушами, Алонс в коротком поводке, и там освободилась зона, прострел. Буатенг. Неплохо, учитывая нынешнюю форму Барселоны. Подача, удар головой. Суарес. С линии вратарской Суарес головой выше перекладин. У Барселоны то вот сейчас игра более равная. Алькантара, удар в дальний угол. Тиаго Алькантара, но... На пути игрока Баварии. А это фол. А это желтая карточка Хаби Алонсо. Ударом Месси. Удар Месси. Нойер прочитал. Как азбуку. Легко и непринужденно этот удар. Ракитич нарушил правила на Хаби Алонсо. Продолжает разбираться, и никто не может найти противоядие. Дани Алвес, еще один момент. Ракитич на коротке. Ракитич. Ходы есть у Баварии к чужим воротам. Левандовский. Нойера. А кто-то скажет, что Нойер сделал сумасшедший сейф. Я, пожалуй, соглашусь именно с теми, кто озвучит второй вариант. Практически ничего не добавляет. То первые 15 минут в первом тайме дебют остался целиком. Также было преимущество у Барселоны. Левандовский, момент у него может быть. Это желтая карточка в день рождения Дани Алвесу. Большой привет. Вам письмо. Пляшите, получите и распишитесь. Николы Риццоли, итальянского арбитра, подать команды на Камп Ноу. Он возглавляет Баварию. Бавария так здорово. Здорово. Насыщает середину, что вот эти обостряющие передачи не проходят. Побольше бы, наверное, надо Барселоне убить. Активная очень публика. Вырастают молодые ребята в этом клубе. Во втором тайме больше скучает Месси. От Берната уходит, тот его придержал. И желтая карточка. Как мы знаем, все желтые карточки перед полуфиналом сгорают. Поэтому Месси дальше на Неймара. Месси! Удар по центру! Точно в руки Мануэля Нойеру. Даже странно, что пока в 60-й минуте у нас обходится без забитых мячей. Буатенг жестко. Ракитич, Ракитич, Неймар, Неймар! Удар в дальний угол выше ворот. Ракитич сделал, по-моему, на вот исключительно, на мой взгляд, неправильное решение. И здесь Мюллер. Левандовский фол.
Пике желтую карточку сейчас должен получить. Да. Смещение в середину. Будет удар. Алькантара, удар, рикошет. Опасно! Марк-Андре Тер Штеген успевает сориентироваться. Пока Барселона отбирает мяч на чужой половине поля. Дани Алвес, здорово, Месси! Удар, Месси! Месси посадил! И 2-0! 2-0! Это космос! Это фантастика! Что он делает? Это какой-то зверюга! Это Месси! Суарес, можно заканчивать все! Нет! Суарес в отборе еще Ракитич, когда сделал пас, удар. Хави. Подача. И можно все закончить. Неймар! 3-0! Второй тайм. Здесь во многом предопределил исход, возможно, этого противостояния.